Сейчас давайте рассмотрим функцию HTML jQuery, с помощью которой можно модернизировать HTML-код, изменять его, подставлять на другой код, либо получать информацию о коде на странице. Для этого нам подойдет вот этот документ, либо вы его изменили, где-то у вас, может, он похож на этот документ. Соответственно, у нас это было в папочке 1. И вот здесь открываем index.html и js14. Здесь у меня последний раз, что мы с ним делали, это вот здесь мы поменяли длину и ширину. Этот код мы уже закомментируем. Это у нас идет 11 задание, поэтому давайте здесь напишем, что это у нас 11 пункт. И поставим соответствующий текст. А здесь давайте возьмем блок, где у нас стоят картинки. Это у нас текст P. Вот он начинается, здесь заканчивается. Соответственно, здесь у нас стоит три картинки. Вот давайте и выведем их на экран. И попробуем потом заменить их на другие какие-нибудь объекты. Текстовые, либо картинки, либо то и то. То есть берем текст P. Дальше здесь, соответственно, давайте найдем этот объект через jQuery функцию. Здесь поставляем текст P. Соответственно, это у нас ID. Пишем решетку. Ставим точку и пишем HTML и круглые скобки без пробелов. Дальше давайте выведем это в модальное окно. Для этого давайте здесь создадим переменную. Я назову ее AB, например. И в нее вложу это значение. Здесь, соответственно, его подставлю. Сохраняем документ. Ну, как вы видите, у нас выводится соответствующий кусок кода в модальное окно. Так, мы получили доступ к этому куску кода. Теперь мы можем его заменить на другой объект, на другой кусок кода. Соответственно, на самом деле это можно было бы, если вот мы промпт использовали, написать чуть-чуть по-другому. То есть можно было сразу здесь вот поставить вот так вот. Давайте это закомментируем. Сохраняем. Ну, как видите, работает одинаково. Это как вариант, как можно записать. Я это отменю. Просто закомментирую сейчас промпт. Если посмотреть, что у нас было в текст P, вот у нас выводилась в модальное окне вот эта часть кода. Ну, давайте здесь у нас выведется просто уже одна картинка. Например, вот эту картинку мы возьмем. Поставим ее, соответственно, вот сюда. Так нам выдается сообщение об ошибке. То есть давайте здесь поставим двойные кавычки в начале и в конце. И, соответственно, нам нужно избавиться от двойных кавычек внутри. Здесь мы ставим одинарные кавычки, чтобы это правильно у нас работало. Сейчас ошибка у нас пропала. Ну, давайте здесь еще чего-нибудь напишем.
поставим h какой-нибудь 2. И, соответственно, между h поставим какой-нибудь текст. Я поставлю вот этот текст. Сохраняем документ. Соответственно, видим, что две картинки пропало и появилась наша надпись VH2, то есть произошла замена одного кода на другой. Сейчас мы использовали функцию HTML для замены части кода. Также у нас вот здесь была функция текст, которая меняет только текст. Аналогично в стандартном JavaScript, если вы помните, мы использовали в 18-м задании, вот здесь вот у нас, если посмотреть, JS14, здесь мы меняли через inner text, меняли текст на другой, и также использовали inner HTML, чтобы заменить часть кода аналогично, как и в jQuery. Здесь мы использовали getElementById, там мы использовали свои функции в jQuery. Теперь вы знаете, как использовать стандартный JavaScript код и jQuery для замены обновления текста и какого-то кода. Напишите соответствующий код, сохраните документ и переходите к следующему заданию. Жду вас в следующем уроке.